Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на сервере Amazing Roleplay, первый сервер, у них здесь Кирилл Красава. Итак, друзья, короче, как мы договаривались, то, что набирается под видосом 300 лайков, и будет конкурс на вот эту BMW, там набралось всего лишь 264 лайка. Ну ладно, я решил сделать исключение для вас специально и разыграть ее уже. Я давно хотел ее уже разыграть, просто времени не было, там то все и так далее. Но сегодня я объявляю конкурс. Что нужно, чтобы выиграть вот эту BMW? Кто не знает, это BMW M5 и E60, которая в автосалоне стоит 4,5 миллиона. У этой бэхи ГОСКа 900 тысяч. Но, как по мне, это не важно, какая у нее ГОСКа. Здесь стоит один чип и блат-номера, как вы можете заметить, стоят. Ну, не блат-номера, а красивые номера. Стоят на ней, как вы можете заметить, и один чип на ней стоит, и нитро. Что нужно сделать, чтобы ее выиграть, пацаны? Первое, что нужно сделать, это подписаться на канал. Второе, это подписаться на группу канала. И третье, это сделать репост из группы ВКонтакте этого конкурса. Ссылка на конкурс, если что, будет в описании, пацаны. Ссылка, все ссылки вообще будут в описании, если что. Итоги я подведу 30 мая. То есть через 2 недели, грубо говоря. Ну да, через 2 недели, то есть через 15 дней, короче. Будут итоги конкурса на эту BMW M5 E60. Проверяйте все условия, чтобы вы выполнили, чтобы, если выиграете, чтобы потом вам не было обидно, что вы не выполнили какое-то условие. Просто очень легко, просто подписывайтесь на канал. Кстати, поставьте еще лайк этому видео. Потом подписаться на группу и сделать репост конкурса из группы моей ВКонтакте. Я думаю, все довольно-таки легко и просто. Надеюсь, эта тачка попадется кому-то счастливому человеку, кому-то бомжику, может даже. Как я ее буду отдавать, пацаны? Я вам дам, там, не знаю, может, 1030. Вы купите себе Запорожец, и мы поменяемся в... как его? В нотариуса, и все. В принципе, легко и просто. Вы получите эту машину. Итоги я подведу 30 мая, возможно, даже на стриме. Поэтому следите за каналом, следите за группой. И всем удачи и пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.